Мартовский снег всего лишь на сутки вернул раннюю весну в климатическую норму. Погода вполне по сезону, а вот количество выпавших за ночь осадков составило почти месячную норму. Для города внеплановый снегопад не стал неожиданностью, о нем синоптики сообщали заранее. На улицы города вышли более 150 единиц техники. Уборка идет полным ходом во всех районах города. Глава Самары Елена Лапушкина сегодня поручила дорожникам в первую очередь обратить внимание на входы и въезды в социальные учреждения, больницы, станции скорой помощи, школы и детские сады. Снегопад несколько подкорректировал наши планы работ, поэтому сегодня в первую очередь, конечно, расчищаем наши улицы, наши дороги, наши остановки общественного транспорта, социальные объекты, безусловно, больницы, поликлиники. Сегодня дала поручение увеличить количество техники, максимально привлечь управляющие компании. Уже днем количество работающей дорожной техники будет увеличено почти до 100 единиц. На улице выйдут 550 дворников. Насколько это будет возможно, снег будут вывозить из города. Время ограничено, ведь уже к концу дня температура поползет вверх, а снегопад сменится дождем. Их открыть в этой части для того, чтобы можно было прием воды. Пойдет температура у нас в ночь будет 0. Либо, может быть, до конца сохранится дня слабо отрицательная, но точно в ночь уйдем в ноль. И завтра у нас ожидается до плюс 7-9 градусов с переходом в утренние часы уже дождь. 7 единиц болеров, если надо будет сделать больше, то мы выводим больше болеров для откачки воды, где, если она пойдет уже в ночь. Да, на завтра мы планируем до 16 единиц болеров, которые будут работать на откачке. Впрочем, сезонные колебания уже совсем скоро пройдут, а месячник по благоустройству пойдет в штатном режиме. Олег Зверев, Григорий Бельшаков, Николай Сидоров. События.